Здравствуйте, уважаемые зрители канала Центр Магнитол. Сегодня мы вам представляем новую магнитолу для Toyota Land Cruiser 100 с крутилками. Крутилки — это ручки, которые находятся на корпусе магнитолы, позволяющие регулировать громкость, волны, плюс есть кнопки, то есть это перелистовые треки, либо мы когда и радио мы ходим по перемещаем так волны, да, то есть меняем. Вот она такая магнитола. Это стандартная Android магнитола со всеми ее плюсами. То есть навигационный модуль, да, видим, что есть навигация. Здесь стоит Яндекс, который имеет все его прелести. Это пробки, это поиск, в том числе голосовой поиск. То есть удобная программа, хорошо себя зарекомендовавшая. Далее, что мы имеем? Мы имеем радиомодуль, где 2 FM диапазона, на каждом 18 фиксированных настроек. Отсюда же выход в эквалайзер, где мы можем использовать либо стандартные настройки, либо сами отрегулировать. Здесь же выход баланс, с помощью которого мы можем построить звук либо вправо, либо влево, ну и так далее. Значит, дальше что мы смотрим? Bluetooth модуль. Bluetooth-модуль — это модуль, который позволяет подключить ваш мобильный телефон к магнитоле и с помощью магнитолы прослушивать музыку с телефона, либо пользоваться громкой связью. Аудиопроигрыватель. Воспроизводим музыку с флешки, либо с любого другого носителя. Видеопроигрыватель. Видео точно так же с флешки или с любого другого носителя. Здесь показаны все те программы, которые можно установить на вашу магнитолу через Play Market, либо опять же с флешки. Что мы еще здесь видим? Какие программы это могут быть? Это может быть интернет-радио, это может быть интернет-телевидение, YouTube. То есть ставьте что угодно, смотрите, слушайте магнитолу, позволит вам наслаждаться дорогой, скрасить свой досуг, порадовать ваших детей. То бишь, вот такая простая магнитола, которая значительно улучшит ваш автомобиль. Спасибо за внимание, уважаемые зрители. Смотрите наш канал, ставьте лайки и подписывайтесь. До свидания.